черт берет в руки лопату. Когда шахтер берет в руки лопату. Когда шахтер берет в руки лопату. Когда шахтер берет в руки лопату. Откладывая свой отбойный молоток, он устремляет взгляды на восток. Его, пожалуй, не в чем упрекнуть. Он просто хочет глубоко копнуть. Когда шахтер берет в руки лопату. Когда шахтер берет в руки лопату. Когда шахтер берет в руки лопату. Шахтер берет в руки лопату. Анализируя промчавшиеся годы, заботы добычи занят он, но не земной породы. Сейчас он нас опять согреет, но теперь духовно. Вы вспоминаете какие-то старые песни? Сейчас я попробую. Там суть была в следующем. Давайте поддержим, ребята! Покинув шахту темную, и вот над ним сияет чистый небосвод. Ему бросать свою работу не дух, не греховно. Он нас опять согреет, но теперь духовно. Я за него без задней мысли рад. Ведь в настоящем он возделывает сад. Возможно, больше он не спустится в забой. Он одержал победу над собой. Как шахтер берет в руки лопату. Когда шахтер берет в руки лопату. Когда шахтер берет в руки лопату. Шахтер берет в руки лопату. И пусть сомнения за глотку не берут, ему не интересен больше грубый труд. Его поступку может быть одно прочтение. Работе тонкой отдает он предпочтение. Теперь я сторонник крайних мер. С него, пожалуй, можно взять пример. Пора и нам до сути докопаться и просто жить, ерундой не заниматься. Давай возьмем с тобой в руки лопату. И мы возьмем с тобой в руки лопату. Когда возьмем в руки лопаты. Возьмем с тобой в руки лопаты. Ребята, следующий вопрос. Кто?